Технический взрыв в нижегородской маршрутке. Фонтан кипящего тосола выплеснулся на пассажиров. Там фонтан был до потолка, то есть все стекла, все это было. Мне попало в лицо, на голову, на одежду. Ну, я получила термический ожог глаз. У меня сейчас село зрение на 50%. Здрасте. Расскажите, что у вас здесь произошло? Что за патрубок? Почему не остановились вовремя? Объяснение перевозчиков и контролирующих органов сегодня в 7 вечера в программе «Кстати» на телеканале ЧЕ.